950 лепших старшеклассников области продемонструют свои веды по 18 предметах. У Могилеве распачался областный этап предметной олимпиады. Каб трапить на его, пришлось добиться перемоги во уласной школе, а потом на районном споборництве. Лепшие у теперешних испытах увойдут у склад команды Могилевской области на республиканском этапе. Юные покорители вершини ведов. Так звернулись до старшеклассников организаторы областного этапа республиканской предметной олимпиады. Максимальных выников по особных дисциплинах достигнули 950 старшеклассников. Я участвую в олимпиаде по немецкому языку. Я считаю, что это хорошая возможность проявить себя и узнать, на что ты способен. Я соревнуюсь по информатике. Ну, это возможность поступить в университет. А первый раз принимаете участие в олимпиаде? Нет, в олимпиаде я принимаю третий раз, 7 класса. Я занимаю места. Для меня это новый уровень, потому что я на олимпиады ходил уже с 4 класса, сейчас 10. И, наконец-то, добился нового этапа в своем участии тем, что добился попадание на областную олимпиаду. Олимпиада проводится по 18 предметах, причем, как поведомили в управлении адукации Могилевского облаконкама, что год конкурсное задание ускладняют и поширяют спектр задач. И тут видовочно удосконаление системы подрыхтовки вучнев не только до олимпиады, але и до централизованного тестирования. Каждый из ребят, которые увлеклись тем или иным предметом, сегодня смогут продемонстрировать свои возможности, ну и получить шанс, уже определенный шанс для поступления по выбранному направлению. Ведь диплом первой степени на областной олимпиаде дает максимальный результат при поступлении, то есть уже 100 баллов и без сдачи централизованного тестирования. А по выниках этапу около 200 человек войдут у областную команду на республиканскую олимпиаду. Однако все удельники все равно переможцы. Мовляв, олимпиада – это навык конкурентной борьбы, который спотребится у жизни. Татьяна Сергеевич, Виталь Алексеенко, Новин регион.